Югорские гиревики завоевали медали на всероссийских соревнованиях. В Белгороде проходил чемпионат Российского спортивного студенческого союза. От нашего округа на главном старте страны по гиревому спорту для студентов участвовали СУРГПУ и СУРГУ. За два соревновательных дня наши спортсмены завоевали 9 медалей, из которых 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. Отмечу, одна бронза была взята в командной эстафете. В общекомандном зачете наша сборная заняла второе место.